конечно, все классно, но я зашел в Императора Куска. Ну здорово, окей, ладно, пофиг. Алоха тебе, Таравич. Сегодня я играю в Императора Куска, как ты уже успел заметить. Вообще, это как бы Crash Bandicoot Insane Trilogy, только на минималках. Это новая игра, которая вышла совершенно недавно. Это не первый Crash Bandicoot, который был на PlayStation 1. Нет, ты не подумай. Я буду проходить миллионный раз эту игру, потому что я профессионал. Я никогда не умираю в этой игре. 2018 год был ознаменован тем, что когда еще не вышла игра, я уже успел пройти ее раз 20. Я был самым главным тестером. Все баги, которые в этой игре, их нет. Я думаю, что у меня и звук лагает, потому что у меня Crash Bandicoot еле пытается пропрыгать по вот этой хрени. Я же играю на максималках, между прочим, которые минималки. Я пропустил 2 ящика. Еще и сдох. Ставь лайк, если я лучший Crash Bandicoot, да? Лучший актер, который сыграл Crash Bandicoot. А, блин. Нет, я ж не запрыгнул. А, нет, я запрыгну. Я даун, да. Все, я понял. Я осознал то, что я даун. Все, всем спасибо за просмотр. Играем с тобой в Императора Куска, между прочим, изначально, потому что я зашел в Императора Куска. Не, сейчас бы еще первый уровень, собственно, не пройти. Было бы прикольно. Ай! Вау! Бум! Джунгли! Угу. До этого ж не были? Джунгли! Ну, скилл зашкаливает все равно. Он самый зашкаливающий, зашкальник. Самый сложный бонус уровень, он был признан всеми создателями Crash Bandicoot. А так как я тестер, я сказал то, что это самый сложный уровень. Ребята, пожалуйста, пофиксите его. Вот, самый сложный был. Самое главное сейчас в бок не упасть, потому что я умею это делать. Я уже так миллион раз делал. Это было очень весело. Опа-на. Сука, да как так ты? Катящийся камень, да? Круглый. Подходишь так, руку к нему прикладываешь, как маг, да? Ты ж проверить хочешь свою силу магическую. Прикладываешь туда руку. А тебе камень такой, убери руку! Мне нужны эти сохранки, я буду на одном жизни проходить. На характере буду только одном проходить. Представь, как офигеют животные, блин, когда я упаду. Представь, как офигеют животные, когда я узнаю то, что... Блин, я упал. Офигеют животные, когда узнают то, что я на одном характере прохожу эти уровни. А, это ж тот самый. Характерный. На характере прохожу. Фак, зачем я это сделал? Я ж ритмовый бог. Я... Это же знаменитые вот эти вот черно-белые фильмы. В ритме только надо, где только я. Потому что больше никого в ритме нет, только я один дурак там. У меня продолжается игродень, в котором я записываю на фоне стены. Мне лень было управлять кроватью. То, что она сама себя не убирает, и все. Я поэтому ее в видос теперь не беру. У нас конфронтации. Ну, когда я спать захочу, я с ней помирюсь. Козел, использую кровать. Я Факин, печарский африканец, как ты туда залез? Вот это прекрасная, великолепная песня, я африканец, блядь, но все равно, каким ты бакаром туда забрался, парень? Тихо, батя, ты... ну как так? Я жму вправо, вправо, что за грязь какая-то? Вправо жму, вправо. Он берет и падает не вправо, а куда-то вправо-запад. У меня уже сразу... Оп, есть. Теперь улучшим. Теперь у меня рубака-бака. Рубаха-рыбака. А как я жив-то? А вот так, да. Женщина. Ура. Уже две у меня. Мой рекорд по жизни. Бизнес-школа по жизни в джунглях, если ты рот. Я забыл прыгнуть. Вот как это так? Это лучший сапер в мире. Вот стоит перед... Банка с ТНТ. На один повыше, попрошу заметить, находятся яблочки. Подходишь к стеллажу, да? Взрывчаточка. А вот тут яблочко. Это ж естественно, ты с колена, блин, по взрывчатке выносишь сразу. Потому что так ты и да... Взорвется ящик. Упадет тот ящик. Я достану яблоки. И буду жрать яблоки. Какой я умный! Вот как лист обратно возвращается, мы ж против течения. Вот как, что он делает? Вот как ты это делаешь, Мак! Так у меня ж Рабадабадам был. Почему я умер? Сука, как? Рабадабадам, пожертвуй собой! Зачем я тебя с собой ношу? Чтоб ты жертвовал собой, в смысле? Я вношу дамаг, как бы создаю шоу, а ты подстраховываешь. Рабадабадам тоже не умеет плавать. Мы вместе утонули с ним. Я упал в воду, он пошел меня спасать и утонул вместе со мной. Я ему кричу, дай руку, Рабадабадам, он мне. Рабадабадам. Мы вдвоем. Ко дну пошли. А вот это же дно видно, сука, дно видно, как ты утонул. Ай! 3 жизни у меня, спасибо, я просто проверить хотел. Бам, бам. Бух, бах, бам. Я не хотел, парень, прости. Я просто прыгаю, я просто уворачиваюсь. Я играю в «Догони меня кирпич» с тобой. Либо ты не умеешь играть в «Догони меня кирпич», сори, парень. Ну а что я поделаю, если он не умеет играть? Я победил, все.
Догони меня, кирпич, вообще жестокая игра по жизни. Тут то умер, тот умер. Как в сапёра игра. Как? Я дурак. Корявый причем. С имитировым удовольствием прыгать по ящику, да? Давай. Как, блин, вот как это, вот как? А, нет, дикий хряк, блин. Симулятор убер-драйвера сейчас будет. Джунглийского. Ну, поехали, все. Звоночек поступил, ждите машинку. Синяки Рио. Как? Ой, что? Да. Свинья ты, кабан. Мы с тобой ютуберы, да, мы с тобой миллионеры. Два. У тебя свой канал про... вегетарианский, как ты готовишь свинину вегетарианскую. А я просто, как бы, дурак. Местный. Собираю ящики за тебя, за себя, за брата, за улицу, за семью свою. Доминик Торетто. Какой раз я это уже делаю за летсплей? Я не буду считать, ты не подумаешь, что сейчас неожиданно бах, и счетчик появился, сколько раз я это сделал. Нет, не появится. Я когда монтирую YouTube, еле-еле получается что-то до конца домонтировать, потому что я очень ленивый. Не задаю вопросов, это джунгли. Я в джунглях не разбираюсь, поэтому... Возможно, там так сложно. Самый сложный прыжок в моей жизни. Оооо, я даже долетел. 18% закомплетировано, все, пошла в жопу, я пошел. Терзен, да? А я могу на Терзена? Да ладно, я могу Тарзана переписать. Все. Сори, Тарзен! Напоминаю, да, то, что ты в крепости аборигенов находишься. Ты ж забыл. Такой длинный бонусный уровень, потому что ты всю соль потерял. Весь сюжет уровня. А ты, между прочим, в крепости аборигенов парень. А, точно, сюжетка. Как? Сквозь собор! Что? Это возвращается вот к той же истории про собаку, про которую я рассказывал. Вот ты бежишь, ты перелез через забор, все, ты подготовился, ты тренил. Опа, здорово. Неожиданно, да? Вот это врыв. Ай, аниме! Я сам упал. Йоу. Васапыч! Вака! Как? Вот как? Вот как? Все, начинаю текст про собаку зачитывать. Все, поехали. Бум. Чак-чак, бум. Чак. Бум. Чака-чака, бум. А, на треугольничек. Все, я научился. Бах, поехали. Все, я теперь все кнопки знаю. 100% прохождение. Поехали. Ты перелазишь через забор. Все, думаешь, ты спасся? Он тебя через забор кусает. Каким макаром? Это скилл Барбоса. Ультимейт его. Все. Есть! Да блин! Эй! Дорогой! Пожалуйста, не упади! Бля! Ладно, я не убер, все, как и задумано. Тут бляха-муха, каким макаром! Афанасий Палыч, что за беда? Тут случайно жизни не отниматься за то, что я долго в конце бегаю. Случайно, такая машина, у вас закончилось время. Если хотите играть дальше, оплатите. Я в деревьях... Что я буду делать, если я вдруг неожиданно решу? А, Геннадий, а может как бы go to Moscow? Приезжаю, я такой, захожу в метро и все, и пизд. Я там останусь навсегда. Это будут трансляции на в Инстаграм. Please, help me, save me. From the dark. Успел, все, последний уровень, да? Чика-чика-бум. Я все коробки собрал, да? Я такой жесткий. Ёгад. Аниме шатен. Поехали, апдекрик. Знаешь, как он прыгает? Он вдохлёст прыгает. Так как обоина. Вот ты руфер, неудачник. Что я сотворил? Я еще и до финиша дошел. Флекс, тёлки, кэш. Я играю до последней жизни, просто ты не подумай, да? Я ж прошел, я игру уже прошел, это бонус левелы. Ничего не знаю, я игру прошел. Вот это я скиллованный. Ссс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 сss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 
жопу. Это был новый Crash Bandicoot Trilogy. Если тебе хочется больше Crash Bandicoot Trilogy на минималках, на минимум, поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, нажми на мои бубенцы, чтобы тебе как бы пришло уведомление, что как бы... Вот так это. Подписывайся на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер, на все вот эти вот веселые дела, потому что в паблике ВКонтакте тебе будут приходить уведомления насчет новых видосов, если Ютуб неожиданно подлажает. А Инстаграм и Твиттер просто как бы для эстетического удовольствия, да, как бы, да, бум. Спасибо тебе за просмотр, удачи и... пока.